Когда это было? 10 часов назад. Это Кремень 3-4. Прием! Бронетехника уничтожена. Продолжаем движение. Вас понял, 3-1. Двигайтесь к следующей точке и доложите. Вверх гряды. Кремень 3-3. Конец связи. Даю вид с беспилотника. Беспилотник работает. Кремень 3-1. Ракетная батарея – ваша главная цель. Авиация готова. Принято. Кремень, ожидаем налета. Ну, разворошили долбанный улей. Так, Миллер, подсвети цель. Кремень 3-1.
маркер. Авиаудар через 5 секунд. Осторожно! Понеслась! Супер 1-1! Бульдог 3-3! Боевой вылет завершен! Минимальные боевые повреждения на позиции противника! Мы на точке возврата! Идем на базу! Прием! 3-1 вас понял. Ультра 3-4 и другие силы начнут немедленную повторную атаку. Имеющимся в наличии кремнем придется атаковать укрепленные позиции. Конец связи. Сигналу. 3, 2, 1. Начали. Механик, полный вперед. Стреляйте под калиберными.
Продолжение! Далеко впереди! Последний танк! 3-3, оставайтесь в строю! Транспортники? Эй, инженеры! Скажите ему кто-нибудь, что у нас тут война! ССО устроили засаду и расстреляли нас, как в тире. Надо, чтобы кто-то пошел и подорвался. Вера. Это надо туда пойти. Но я точно не пойду. Мы слышали. Прикроем тебя из танка. Давай, иди. Отлично, братишка!
Хорошая работа! Слушай, тебе его зарплата полагается! Ты же ему работу сделал! Возвращайся в танк, братан! Ты нам нужен на крупногалиберном! Кто-нибудь снимите!
Гремень 6-6. Я Гремень 3-4. Атаковал и уничтожил машину и пехоту. Всем Гремням ждать новых указаний, ничего не предпринимать. Интересно, что происходит?